Добрый день, Дмитров. Веду свой репортаж из нашего вала. Итак, этот космодром, неудавшийся веревочный парк, веревочный городок, ребятки окончательно разбирают. Ну, вот из этих столбов можно сделать столбы освещения. И как мне сказал наш глава Дмитровского городского округа, Александр, снимайте, что считаете нужным. И дал команду, чтобы меня везде пускали снимать репортажи. Что я, ребята, сейчас и делаю. Но это так, ради слова. В принципе, никто ж не может запретить гражданину снимать, кроме запретных каких-то объектов. Да, вот смотрите, да, такая площадка освобождается. Наш Дмитровский вал обретает старую настоящую форму, где вот этих монстров, кальмаров вот таких не было. Но почему-то вот эти основания вот этого кальмара, вот этого шатра пока не убирают. Ну, всему свое время. Есть еще теплые дни, еще бабье лето впереди. Вообще бабье лето называется индийское лето, кто не знает. Это их версия вот этого тепла осеннего, индийское лето. Ну, особенно парижане любят вот эти все вот такие изыски. Но у них там, понятно, бабье лето идет недели 3-4, может, месяц оно идет, полтора. У нас, как правило, бабье лето 2 недели. Но оно еще не наступило, ребят. Сейчас, на самом деле, самое настоящее лето еще. Потому что, сами видите, деревья зеленые. Городок уезжает. Сейчас вот эти столбики поставят где-нибудь. Будем наблюдать. Ну, в принципе, без разницы. Ну, в общем-то, все. Все, братцы, все классно. Так, археологи сегодня у нас отдыхают. Много туристов в городе, надо отметить. Что-то такое, начинаются какие-то завихрения туристические. Все как-то все вот как-то так завихряются. И, наверное, будут больше посещать наш город. Если нам сделают еще пристань, то будет вообще просто, ребят, красота будет. Угу. Так что это вот, господа, такие вещи. Очень-очень клево, ребята. Все, спасибо за внимание. Всех обнял, приподнял и поцеловал. О, туристы ходят, туристы.